рамках оперативно-профилактического мероприятия «Придорожная торговля» сотрудниками ОМВД России по Ленинскому городскому округу совместно с сотрудниками администрации и инспектором 24-го территориального отдела Главного управления содержания территории Московской области проверили торговые точки, расположенные вдоль автомобильной дороги по Володарскому шоссе. Цель данного мероприятия – выявление объектов придорожного сервиса и временных торговых точек, продающих некачественный товар. Пресечение фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии. В результате данного рейда выявлены рекламные конструкции, размещенные на знаках дорожного движения и вдоль проезжей части, которые ограничивали обзор дороги водителям транспортных средств. Данные недостатки устранены на месте. Фактов несанкционированной торговли и отсутствия разрешающих документов выявлено не было.